Итак, наконец-то к нам приехал один из наших аквариумов. И вот теперь мы можем прямо показать, в чем разница при аналогичных повреждениях. То есть вот до этого мы показывали аквариум, да, с конструкцией, где дно вклеивается внутрь аквариума. Значит, наш аквариум. Дно приклеено снизу к стеклу. Итак, вот, как уверяют хозяева этого аквариума, не успели они поднять на полметра, как он упал. И вот произошла поломка. Значит, да, видно, что фрагменты осколков очень мелкие, то есть довольно-таки хорошо досталось этому углу. Но, тем не менее, как мы и говорили, показывая предыдущую конструкцию, где дно внутри и лопнувшие боковые стенки, да, здесь видно, что лобовое стекло, что торцевое стекло, то есть не имеют даже сколов. Это говорит о чем? Что зазор, который рассчитан в ПТУ между стеклами, был соблюден. И именно этот слой силикона предохранил вертикальные стенки от повреждения. Вот на этом и основывается как бы принцип наших технических условий, да, почему мы именно так клеим дно, да? То есть, но на самом деле это не одна хитрость, то есть в данном дне и в том, как мы его делаем, заложены еще хитрости. Вот. Если к нам придут аналогичные поломки на ремонт, мы вам обязательно их отснимем и покажем. Вот. И продемонстрируем, чем отличается аналогичная поломка на других конструкциях. Пока-пока!